Фестиваль уличных искусств пройдет в Бендерах в парке Александра Невского в эту субботу. Гостей научат рисовать граффити, танцевать хип-хоп. Что еще интересного, расскажет Мария Китаева. Давно мечтали научиться рисовать граффити? Тогда добро пожаловать в парк Александра Невского в субботу в 18:00. Причем неважно, сколько вам лет. Мастер-класс художники проведут и для взрослых, и для детей. Для этого выбрали самую большую площадку. Всех желающих ждут на плацу. Будет два крупных объекта притяжения. Это и куб с граффити, и большое, скажем пока так, транспортное средство. Какое именно, вы увидите. Мы тоже его планируем креативно расписать и сделать из этого фотозону и, может быть, даже новый интересный объект. Будут работать рядом мастера, профессионалы, которые подскажут, как делать правильные линии, как выбирать нужное расстояние для распыления. Устроят отдельное развлечение для детей. Например, малыши смогут почувствовать себя настоящими артистами в интерактивном театре. Эта локация будет находиться у входа в парк. Кто постарше, подростки могут себя смело найти на площадке роллер-дрома, где будет большой мастер-класс от Федерации по скейту и роликам. Вот там будут у нас мастер-классы по роликам, скейтам, по самокату, также BMX-велосипеды. То есть там будет интересно, драйвово. Взрослые тоже не будут скучать. Для них на площадке у выставочного зала проведут мастер-класс по зумбе. Начало в 19:00. Кому больше по душе уличные танцы, тех будут ждать на час раньше в 18:00 тоже на площадке у выставочного зала. На днях похожий мастер-класс по хип-хопу проводили в столице на стадионе у 18-й школы. Там устроили настоящие батлы. А еще в парке Александра Невского покажут вот такие рисунки из разноцветного дыма. Это дымовое шоу от театра «Огня и света». Его устроят в самом начале фестиваля на сцене. Конечно же, едой мы будем вкусной обеспечены и интерактивными играми, такими как Uno, Mafia, Jenga, в том числе и большими мега-играми, бродилками и твистером тоже мы порадуем гостей. А в 20:00 дискотека, в плейлисте все самое популярное, что сейчас только можно услышать по радио или в интернете. Фестиваль уличных искусств продлится до 10 часов вечера. Мария Китаева, Андрей Овчинников, ТСВ.